Вот, прошел месяц, я опять здесь. Так, по-моему, все-таки он не зря мигал аварийка, ребята. Увы, слишком хорошо это было бы. Ну вот, сейчас злые языки скажут, что электробус опять сошел с маршрута и обвинят меня в чернухе. Но он же реально сошел. Правда, может быть, он на зарядку идет, слушайте, а? Ёкало, наверное, да что ж творится-то? Тут покоя никакого нет. Иду. Похоже, что да. Ох, чуть-чуть пробегусь. Ну-ка, точно. Интересно, как все интересно. Так, встал, засекаем время. На моих камерных
что заметил, появились номера 43, 0, 10, 3 на нем. Ой, чуть-чуть я тут не свалился с бордюра. Вот с этого. Какой-то звук идет такой, вот не пойму, от этой всей системы это звук или где-то внешний. Ну вот такой уже будничный рабочий момент, прям водитель. Я так думаю, что штатный уже не испытатель какой-то. Подъехала. Ну, правда, пришлось высаживать. А, там еще один, слышите, как они бодро. Так, хорошо бы, конечно, узнать, поедет он сейчас по маршруту, тогда мне ловить надо тот. Извините, а вы сейчас поедете, да, по маршруту? Да? Слышите? Или не хотят слышать? На бог с ним. Важные все такие, я же на электробусе езжу. Так, ну где-то уже минут 6 или 7, да, заряжается. В общем, я в раздумье. То ли мне идти туда, вот на этот 105-й, то ли ждать и узнать, сколько же реально идет зарядка. Ладно, подожду.
Еще интересно, куда этот пойдет. Кто его знает. Может, он тоже сюда сейчас. Там ведь еще одна станция есть. Как минимум одна, я не знаю, может быть, еще есть. Похоже, две будки-то стоят. А тут-то интересно. Да, здесь одна. Вот так вот. Буднично все, понимаете. Приехали, высадили пассажиров. Встали на зарядку. А тут вот пошел. Куда-то пошел. Нет, тот к остановке. Это мы на рельсы еще тут. Что-то тут шипит, шипение какое-то. А, это дверь, наверное, открывалась, шипела. Точно. Ну ладно, ждем где-то около 10 минут уже. А тут вот поехал. Опа, опустил. Опустил свою штуку. 10 минут. 10 минут. Слушайте, тут трамвай, моноколесо, монорельс. Вообще какой-то город будущего, честное слово. Ну вот видите, я увидел аварийку мигающую, подумал, что он поломался. Ну, приношу свои извинения. Он просто поехал на зарядку. Так, смотрим, что дальше. Так, надо не двигаться в ту сторону остановочную. Гудит зарядник-то. Я мимо сейчас проходил, о, гудит он. Ух ты, как у него табло-то сбоку. Слушайте. Ну ладно, буду выходить. Стараюсь посмотреть. Что-то я не заметил его в прошлый раз. На боку большое такое табло информационное. Маршрут нарисован. Остановки расписаны. Куда он делся-то идет? И я иду.